Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Срочно! Димаш Кудайберген спас 100 семей от голода. Димаш отправил 5 тонн продуктов нуждающимся. Друзья, Димаш шокировал общественность в очередной раз. Димаш Кудайберген оказал помощь семьям из Нур-Султана и родного Актобе. Об этом сообщил директор Актюбинской филармонии имени Газизы Жубановой Елубай Кинжалиев. Димаш Кудайберген отправил нуждающимся 5 тонн продовольствия. Это люди, которые потеряли работу, либо оказались в сложной жизненной ситуации из-за китайской дряни. Димаш сделал благое дело и отправил столичным и актюбинским семьям 5 тонн продуктов. Пусть Всевышний воздаст ему, сообщил Кинжалиев. Известно об этом стало благодаря именно директору Актюбинской филармонии Елубаю Кинжалиеву. Соответствующий пост он разместил у себя в Инстаграм. По его словам, Димаш решил заняться благотворительностью и направил 100 семьям 5 тонн продуктов. Помощь была направлена в Нур-Султан, город с наибольшим числом выявленных случаев китайской дряни в Казахстане, а также в Актобе, город, где Димаш вырос. Как отметил в своем инстаграм-аккаунте фан-клуб Димаша, если бы Кинжалиев не рассказал об этом у себя на странице, то никто, кроме этих семей, так бы и не узнал об этом поступке. Вот так и делаются по-настоящему добрые дела, без огласки, тихо, просто, по велению души и зову сердца, отреагировал фан-клуб Димаша. После такого возникает вопрос: друзья, Димаш, что один человек в Казахстане, который имеет финансовую возможность сделать такое? Конечно, нет. Есть люди гораздо состоятельнее, бюджет которых вполне может позволить купить не 5 тонн продуктов, а 5 ЖД составов. И для их бюджета это будет незаметно. Почему же они это не делают? Что думаешь об этом? Если вам было интересно смотреть данный материал, то рекомендую вам подписаться на этот канал и нажать на колокольчик. Обязательно ставьте палец вверх, если вы хотите видеть больше подобного материала. Спасибо за поддержку канала. Мне очень приятно.